привет! Меня зовут Полина, и сегодня у нас с вами бумажная распаковка. Сегодня у нас на распаковочке 5 коллекций. Нет, я не все эти пакетики буду открывать. Буду брать из каждой коллекции по 2 или по 1 пакетику. Сейчас я вам объявлю все названия этих коллекций. Вот эта коллекция называется «Маникюр». Или ногти, тут как бы небольшая разница. Здесь у нас, по-моему, 7 пакетиков. Да, 7 пакетиков. Вот этот вообще очень классный. Коллекция Dolce Milk. Я думаю, все знают, что это такое. Это такой бренд косметики. Такой пакетик с коровкой. Коровка, потому что милк — это молоко, а молоко дает корова. Где-то это очень классно. Кто понял, что это такое? Это мочалка Dolce Milk. Да-да, там не только косметика, как вы уже поняли. Тут вот такой пальчик показывает на надпись Dolce Milk. И такой простенький пакетик. Я даже не знала просто, что нарисовать, и нарисовала вот что-то такое. Третья коллекция. 3D наклейки. Здесь 8 пакетиков. Вы даже не представляете, как я долго делала эту коллекцию. Прикол в том, что эти пакетики, они наклеечки. То есть мы клеим любой телефончик, который захотим, возьмем телефончик, наклеим его, и также нам попадется такая квадратненькая наклеечка, и мы ее наклеим на сам телефончик. Такие классные чехлы. Этот вообще очень классный. Коровий принт. Обожаю все с коровьим принтом. Рука такая. Бантики. Hello Kitty. Авокадики. Коллекция потерянные по ссылочке. Если честно, я сама не очень разбираюсь в потерянных посылках. Я не понимаю, что это такое, но просто увидела такую коллекцию и решила сделать. Там будут попадаться разные предметы. Хоть там какая-то еда, какая-то одежда, то есть все подряд. Такие стрелочки аккуратненькие. Галочки, такие кресты. Это вот выглядит прям как потерянная посылка. То есть потерянная посылка, тут такие стрелочки, тут потому что это замазано. Хотели отправить Людмиле, потом Полинке Голд. Это я, кстати. Вот. И тут просто такой пакетик. Потерянная посылочка. Тут вы можете увидеть, когда я этот пакетик делала. Ну и коллекция приколосы. Как же без нее? Как же без акции «Магнит»? Объясняю, что такое приколыши для тех, кто не знает. Это, конечно, большая редкость. Ну, лично для меня. В общем, приколыши — это акция в «Магнит». Там попадаются либо вот такие лего-человечки, либо эмодзи, или вот такие вот фигурки на такой как прищепочки, скрепки. Их можно цеплять на обувь, на одежду, то есть на все, что хочешь. Ну что? Поехали выбирать пакетики. Коллекция ноготочки. Давайте возьмем. Сколько же пакетиков возьмем? Давайте возьмем один. Хотя, нет, давайте два. Два. Берем. Так, ну давайте сегодня возьмем. Вот этот пакетик. Тут написано всем. Прив. Ну типа всем привет. Берем. Ну и давайте возьмем вот этот. Написано «Маникюр». Коллекция Dolce Milk. Берем один пакетик, потому что здесь всего 4 их. А у нас еще будет очень много распаковок. В некоторых видео будут прибавляться по одной коллекции. Давайте возьмем вот этот. Коллекция 3D наклички. Она очень большая. Берем один пакетик. Давайте возьмем вот этот с цветочками, ромашечками, вот такими вот. Потерянные посылочки. Я хочу сразу взять, наверное, вот этот пакетик. Хотя нет. Давайте возьмем вот этот. Очень классный, мне нравится. Так, не просвечиваем, что там внутри.
и наша, так скажем, новинка, потому что я эту коллекцию делала самой последней, потому что только недавно узнала, что появилась такая акция в магните. Возьмем вот этот пакетик, потому что он мне очень нравится. Вот мой каталожик. Тут я наклеила вот такие наклеечки. Сама их, кстати, делала. Pink. Классная наклеечка. Написано по-английски. И здесь вот такие сердечки милые. Кто любит розовый цвет из девочек, ставьте лайки. Я люблю. Ставлю лайк. Так. Из коллекции... Уточка Лала Фанфан у нас нет пакетиков сегодня, поэтому пропускаем. Но не переживайте, еще будет. Коллекция Dolce Milk. Где там наш пакетик? Вот он. Открываем. Тут вот такая обычная затяжка. А, нет, тут перфорация забыла. Раз, два, три. Упс, что-то пошло не по плану. Ничего страшного. Опа, что же это такое? Под номером 4. А, вау, это же бомбочка для ванны Dolce Milk. У меня, кстати, такая была. Мне ее дарили на день рождения. Думаю, вы смотрели видео, где было мое день рождения, и видели, что у меня такая была. Ну, может, чуть-чуть другая. Давайте клеить. Это вот сюда, вот номер 4. О, как классно! Внизу так классно смотрится. Полюбуйтесь. Эти сердечки я делала не очень долго, не переживайте. Эти пунктиры тоже. Дальше у нас идет коллекция потерянные посылочки. Еще такая классная радуга. Ну и вот такая вот страничка. Маленькая. Сюда где-то 2 наклеечки поместятся, сюда где-то 6. А, ну у нас не столько пакетиков, наверное, да? Ладно, без разницы. Вот. Обычная, да, застежечка. Раз, два, три. Опа-на. А что это у нас тут такое? Ой, вы просто посмотрите, какая здесь такая милая сумочка. Ну, а теперь можно приклеить. Ой, так, куда мы наклеим? Давайте вот сюда вот наклеим. Первая наклеечка в этой коллекции. Классная. Вообще такая модненькая сумочка у меня получилась. Если что, я ее сама придумывала. Вот. Так, дальше. Коллекция 3D наклеечки. Тут такие классные местечки для телефончиков наших. Распаковываем. Это номер 6. Такая вот хмурая страничка. Ребята, ой, так не показываю. Я не хочу вам сразу показывать, но я знаю, что вы уже увидели. Ребята, здесь может кое-что не получиться, потому что я здесь экспериментировала, потому что у меня не было ни скотча, ничего не было. И я тут приклеила самоклейку, поэтому я не знаю, получится или нет. Прикол то, что на нашей 3D-наклеечке, кстати, она вот такая вот, смотрите. На ней тоже вот эта штука. И тут тоже не сработает. Ладно, ребята, не отчаиваемся. Я такого просто не ожидала, простите. Все, мы сейчас все исправим и наклеим на обычный клей. Потому что здесь странички не покрыты скотчем. Ничего страшного. Вот так мы наклеили классно наш телефончик. И клеим наклеечку. Давайте ее приклеим, наверное. Вот сюда. Так, чтобы полностью не закрывать нашу ромашечку. Ромашечку. Мне понравилось. Не знаю, как вам, мне понравилось. По мне, очень классно, стильно так получилось. Маникюрчик. Мне очень нравится эта коллекция. Я вам, наверное, уже говорила или нет, не помню. В этой коллекции у нас 2 вот таких пакетика.
Берем вот этот. Тут опять нет перфорации. Оу! Тут... О, ребята! Здесь... А. О! Здесь два ногтика, смотрите! Под номером 5 и под номером 3. На номер 3 это вот сюда вот мы приклеим. Вот так вот. И на номер 5 вот сюда вот. Вы заметили, они разного цвета? Мне кажется, очень стильно будет смотреться. Сама придумывала, опять же. Мне так понравилось, как я эту руку нарисовала. Это классно вообще. Тут, если что, не одна страничка, тут еще есть вот такая вот. Здесь тоже будут ногти. Но мы их будем не на руку, а вот сюда клеить. Надеюсь, в этом пакетике нам попадется ноготочек хоть один на эту страничку. Пожалуйста, я очень хочу. О, тут как раз попался ноготок на эту страничку. Вот такой вот ноготь. Помню, я его срисовывала с интернета. Я давно делала эту коллекцию, поэтому я уже не помню. Ну, не очень прям давно, в этом месяце, тем не менее, но давненько. Он такой очень классный, под номером 3. Это вот сюда. Ой, я здесь, слава богу, не самоклейка. Тут хорошая штука. Обожаю вот этот вариант. Тут вся наклеечка липкая. Без двух сторон скотча. Номер 3. Вот сюда вот. Да, немного с размером не рассчитала. Ну, простите. Просто я один такой ноготок взяла, вот так кучу раз обвела и все. Ну, ничего страшного. И наша последняя коллекция приколыши. Здесь тоже не одна страничка, здесь их две. Будем клеить куда захотим. Опа-на. Кто же нам попался? Нам попался Ламыч. Вот такая вот серенькая лама. Она, если что, светоотражающая. Ну, вообще, в оригинале. Это, конечно же, наклейка не светоотражающая. Давайте ее приклеим. Она очень большая, поэтому давайте ее приклеим вот сюда. Сюда вот. Давайте вот сюда. Как классно. Итак, ну что, ребята, а на сегодня все. Мы распаковали. Мы распаковали все пакетики, которые запланировали. Но множество пакетиков мы распакуем в следующем видео. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока-пока. Удачи!